Давай, сестренка, мы идем за ним. Иши упал в растительное дерьмо. Хо-хо-хо. За ушами обязательно потри. Давай, как следует. Сам хочешь в эту кучу насрать? Валяй. Опять наезд. Думаю, что спасибо я сегодня не получу. На себе. Вот это обвал. Упавшее здание. По нему можно перейти. Это просто самоубийство. Правда? Ну и что в этом нового? О, да. Ответ настоящего здоровяка. Я просто хотел произвести на тебя впечатление. Не отставай, это произведет впечатление. Грей, по поводу того, что там было... Я знаю, ты борешься с искусственным интеллектом. Делаешь, что можешь, приятель. Еще одна коробка. Остатки. После операции «Анархия». Да ладно, просвети нас. Вы, конечно, помните генерала Сарана. Я точно помню. Сарана тут нужно было почистить кое-что. Он приказал уничтожить мутантов и банды, но не трогать город. На этом здании он решил испытать несколько кандидатов в бойцы финального эха. Год назад я привела сюда отряд. О да, твой отряд сделал работу просто отлично. Высший пилотаж, миссия выполнена. Мы недооценили ситуацию. Лишь несколько солдат вернулись домой. Операция «Анархия» полностью провалилась. А показатель умелого выстрела, что отображается на индикаторе хлыста, это какая-то хренотень на тему анализа боевых навыков? Это очки, которые позволяют пополнить боеприпасы в наборе амуниции. Солдаты с хорошими показателями получали патроны, другие нет. Дарвин тобой бы гордился. Смотри, еще черепа. Ага, и тоже интересуются. Хотят получить талончик на обед из нас. Вот оно. Что оно? Только здесь можно спуститься. Ну, раз уж ты так говоришь. Надеюсь, внизу чего-нибудь мягкое подстелено. Нельзя терять время! Вперед! Да, мы вперед! Уроды, готовы к празднику боя? Еще больше клоунов. Yeah.
бешеный пулемет. Надо его заткнуть! Смотри, вон там их полно. Давай, скорее идем в лифт. О, да! Мне нравится ваша вечеринка. Залягу тут, чтобы подавлять огонь. Пошли. Это искусство. Это шутка, да? Слышишь стоны? Ага, тут все разваливается на глазах. Надо поторопиться. Черепам жить надоело. А у меня как раз руки чешутся, как все удачно складывается. От пушек нет толку! Всех убить!
его! Не могу поверить! Двигается слишком медленно. Стреляй по тем резервуарам, взрывная волна сошла. Стреляй по резервуарам и молчи. Какой же это геморрой! Все это! Уверен, что теперь мы уже почти выбрались. В прошлый раз монорельс сработал. Судя по сканеру, один рядом. Ладно, пошли.
планете есть электричество. Может, и на монорельсе тоже. А, это мысль. У нас тут клиенты. Скажи им, чем сегодня угощаю. Сделай что-нибудь полезное! Открой поезд! Ладно, хватит гавкать. Вертолеты! Ложись! Отработайте свою репутацию, обеспечьте прикрытие. Они приближаются. Oh!
Точно! С правого фланга! Принято! Вражеское подкрепление! Где? Слева! Дерьмо собачье! Ковбой. Хорошо, вперед. Чертов ночной кошмар. Чего, мать вашу, за дела у вас были в этой дыре? Это сложно. Нужно было оценить серьезность ситуации, создать зеленую зону.
Безобидно, если ваш отряд «Финальное эхо» не мог этих дегенератов сдержать, то они годны только дерьмо драить. Черепа и черви, да, этих мы заблокировали. Только они не самое страшное, что здесь есть. А, тогда молю, скажи, сестренка, что же самое страшное? Мы назвали их выжигателями. Они полностью мутировали. Как увидим такого, поймете. Офигеть! Супер-пупер! Я просто в восторге! Поезд ему у всех на виду. Неразрушимый. Наверняка их были не пробивают. Надеюсь, сигналы движущихся объектов отовсюду. Ха! Ты видел? К сожалению, да. Выжигатели. Нифига себе! Зала. Хватит ныть. Пролезай под ней. Черт! Выжигатели! Готовься, на подходе еще! Дай прикурить, бабла! Смотри по сторонам, не дай им нас обойти! Хочу сколько! Yeah.
это слышал? Вертушка черепов. Уже близко. Это не ланч в сельском клубе, мадам. Шевели жопой. Почетный знак известного распутника. Но это нежить. Сейчас мы его переубью. Сейчас, он не сдох. Что будем делать? Ты должен... Ну, врежь ему, обложи его матом. Сделай хоть что-нибудь. Мой выражение, я ж покраснел. Найди способ убить его! Отпина, это кусок дерьма! Я его обматерил как мог, не помогай! Рэй, можно с ним в тушке! Сейчас займусь!
сделай что-нибудь! Тут все на соплях построено. Старые здания рассыпаются. Нет, что-то рушит здание, что-то большое. Тришка, есть идеи? Только предчувствие, надеюсь, что ложные. Логика робота прогнозирует низкую вероятность выживания. Этому блядскому компьютеру в твоей голове не помешал бы антидепрессант. Застрял. Можешь нас отсюда вытащить, Грей? Поосторожнее, это были почти дружеские слова. Быстрее, неудачник! Такая натянутая враждебность, слегка вымученная, едва прикрывает ваше вожделение, леди. Точно. Замечательно. Какая девушка устоит перед пиратом, который затащил ее в ад? Когда подойдет спасательный корабль? После потери хлыста у меня нет связи с базовым терминалом. Они не знают, что я жива. Но тот парень в капсуле. Если он жив, может, свяжешься с ним по моему хлысту? Не могу. Твой хлыст потерял функции после привязки к тебе. Он не может отправлять сообщения. Если он жив, то к нему идет помощь, чтобы вытащить его. Если погиб, эвакуацию отменят. Вот так просто. Дьявола помянешь? Видны следы сражения. Он жив. Сдерживает наступление группы черепов. Пока. Жив. Есть надежда. Пошли. Черви! Глаза! Быстрее! Почти добрались! Тришка, подожди! Проклятье. Помоги мне спуститься. Она нам больше не нужна. Но это же не значит, что ее нужно бросить. Еще совсем недавно ты бы сам так сказал. Уроки этики, Грей? Все изменилось. Так ты сдаешься? Компьютер берет верх, да? Хорошо, иди. Мне все равно надоело слушать твое нытье. Помни, Сарана под моей защитой. Попытаешься убить его, и я без колебаний разберусь с тобой. Разберешься со мной. Посмотрим, кто с кем еще разберется, мудил роботизированный. Давай, девочка, рано еще выходить из игры. Тебе бы зубы почистить.
я слышала ваш разговор. Все это... Ты устроил все это для того, чтобы поквитаться с Сарана? После всего, что он сделал, да. Я пойду на все, чтобы убить этот вонючий кусок дерьма. Почему? У него руки в крови. Больше крови, чем ты можешь себе представить. Кто бы говорил? Вы, банда грязных гондонов, убивали детей. Вот что тебе Сарана сказал. Так что? Я должна верить словам мятежника и пирата? Знаешь, почему мертвое эхо отказалось служить Сарана? Сарана пытался использовать нас для всякого жуткого дерьма. Хотел, чтобы мы убивали гражданских, политических противников, репортеров, свидетелей. Что? Что ты сказал? Репортеров? Говоришь, Сарана убивал репортеров? Я знаю, по крайней мере, об одном. Парня звали Новак. Пиздишь! Как ты можешь это знать? Новак? Ты его знала? Моего отца убили сепаратисты. Я вступила в чертову армию только для того, чтобы найти тех сволочей-сепаратистов, которые убили его. Если ты знаешь... Если ты знаешь, кто спустил курок, скажи мне, блядь! Я не знаю, кто выполнял. Но приказ отдал Сарана. Ты чертов лжец! Откуда еще я мог бы знать имя Новака? Мы раскрыли все файлы Сарана. Твой старик был одной из причин, по которым мы откололись от Сарана. Если ты врешь, я тебе нахуй глотку перегрызу. Если ты врешь, я клянусь, я убью тебя. Медленно и мучительно. Ты пожалеешь, что не погиб в крушении. Давай поговорим с добрым генералом.